честно, я скажу, отношение, наверное, не только мое, но и любого живого человека, который находится не только в Чеченской Республике, в Российской Федерации, наверное, человек, который живет в мире, будет осуждать любого человека, который вот совершает вот такие поступки. Мы всегда говорим, что у боевиков или у преступников нет национальности. Поэтому для нас, например, для жителей Чеченской Республики, все люди одинаковые. Где бы они ни находились, ни в Москве, в Ленинграде, в Чечне, в Волгограде. Поэтому там действительно простые живые люди, взятые заложники. Мы сегодня осуждаем это. Сегодня мы на совещании у себя в администрации говорили об этом, поднимали эту проблему. И действительно, то, что сегодня творится, это, не знаю, просто стыдно и обидно, что действительно, что эти чеченцы и жители нашей республики. И почему? Потому что сегодня люди, которые поехали или пришли отдыхать, вот, взяты заложники. Просто я не знаю, вот, наверное, они какую-то цель преследуют, но сегодня простой народ создает за кого-то. Мы их, конечно, осуждаем. Ахмед, вот предположим, у вас была бы сейчас возможность обратиться к тем террористам, которые захватили заложников в Москве. Что бы вы хотели им сказать? Я просто по-человечески сказал бы, ребята, хватит, наверное, что бы мы ни делали, поэтому, наверное, кто к ним обращается, должен просто по-человечески сказать, ребята, прекратите это. И учитель, конечно, должен. Сегодня, да, может быть, они что-то предпримут или что-то не решать. Но завтра-то все равно они не выиграют, нет, не я. Поэтому мы должны знать, что если мы не были, мы, если всегда о нас, честно говорили, что-то говорили, что-то говорили.